Построить тактические ходы и прочитать все шаги соперника наперед – такую цель ставил перед собой участник мирового первенства по шашкам Михаил Камчатный. Мальчик занимается всего полтора года, но уже неоднократно становился победителем городских турниров, а также был призером областных и всероссийских соревнований. А теперь еще одно достижение – диплом за пятое место в мировом турнире. Было очень сложно играть. И у некоторых ребят были нестандартные ходы. Мне очень нравится играть в турнирах, особенно там иногда бывают интересные партии. Я в следующий раз приеду и займу первое место. Побороться за призовые места приехали ребята со всего мира – из Индии, Франции, Казахстана, Эстонии и других стран. На соревнования Михаил Камчатный ездил вместе со своим другом и товарищем по шашкам Михаилом Ковалевым, который на этом же турнире занял четвертое место. Наставник мальчиков Олег Васенькин уверен, такие поездки – только начало. Впереди юных спортсменов ждет большое будущее. Они показывают очень хорошие результаты, и самое главное – они занимаются с большим желанием и с большим удовольствием. И мне это доставляет самому большое удовольствие заниматься с такими замечательными детьми. Уже сегодня мальчики готовятся к очередному турниру, который пройдет в октябре в Дзержинске. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24.